На протяжении всего творческого пути Иван Айвазовский создавал на своих полотнах романтический образ многоликой, изменчивой морской стихии. Тематический строй его картин основан на стремлении передать бесконечную череду сменяющих друг друга утро, дня и ночи. От восхода до заката предстает морская стихия в пейзажах художника. Одновременно Айвазовского увлекали зыбкие переходные состояния световоздушной среды. Мотив рассеянного солнечного света, изображенный на картине «Туман на море», разрабатывался Айвазовским еще в начале его творческого пути. Прекрасно владея техникой многослойной лессировочной живописи, он с помощью едва видимых переходов одного цвета в другой мастерски мог изобразить на полотне полупрозрачную туманную дымку, смягчающую очертания всех предметов. Подобный прием был использован мастером в картинах «Часовня на берегу моря», «Морской берег», «Утро на морском берегу», «Судак». Композиционно картина «Туман на море» близка более раннему произведению Айвазовского «Утро на морском берегу», «Судак» из собрания Русского музея. На живописном полотне 1895 года также изображена на первом плане арба, запряженная быками, тяжеловесами, лодка, подплывавшая к берегу, и парусное судно, пришвартованное поодаль у отвесных скал. Для создания атмосферы мягкого рассеянного света мастером выбрана гамма синих, лиловых и розовых оттенков. В поздние годы Айвазовский практически не пользовался техникой лессировок. Манера его живописного письма стала свободнее. Художник начал обращаться к контрастным цветовым сочетаниям в изображении моря, гор и неба. Диск солнца, окрашенный в розовато-оранжевые тона, и полоса волны цвета индиго создают между собой звучную перекличку. Все элементы картины складываются в единый романтический образ туманного утра на южном берегу.